Фонд развития моногородов одобрил заявку Башкортостана на софинансирование строительства объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов в Белебее. Об этом сообщает Минэкономразвития Башкортостана. Следующим шагом станет рассмотрение данной заявки наблюдательным советом фонда, при положительном решении которого будет заключено соглашение о софинансировании двух проектов. Это комплексное техническое перевооружение мощностей Белебеевского молочного комбината и организация производства металлоконструкции на базе научно-производственного предприятия «АММА». В первом случае при поддержке фонда планируется строительство очистных сооружений, во втором – обеспечение электроснабжения. Планируемый объем софинансирования составит более 250 миллионов рублей, из них 238 миллионов – средства фонда. Отмечу, что реализация инвестпроектов позволит к 2020 году привлечь более 2 миллиардов 600 миллионов рублей. На производствах будет создано 333 рабочих места.